Жуткое убийство двухмесячного сына собственной матери в пьяном угаре наделало шума на всю страну. Молодая девушка в буквальном смысле сожгла сына в печи. Что подтолкнуло ее к страшному преступлению, выясняют следователи. Проводится в том числе психиатрическая экспертиза. А у прокуратуры появились серьезные вопросы к органам опеки. Почему они не поставили неблагополучную семью на учет? Ведь пьяные гулянки на глазах у трех малолетних детей случались с завидной регулярностью. Мы также начали проверку всех органов опеки и попечительства и профилактики, которые обязаны были обращать внимание. Проверка только началась, потому что ситуация свежая, мы о ее результатах вам сообщим. В прокуратуре республики отмечают, органы опеки в Хакасии вообще практически перестали защищать детей от нерадивых родителей. Проверки в прошлом году показали, что почти в половине территории республики чиновники не проверяли, в каких условиях живут дети. Акты составлены против органов опеки Абакана, Бейского, Ширинского, Таштыбского, Усть-Абаканского районов. Нарушение закона у них в два раза больше, чем в 2014 году. Из ряда вон выходящий случай, например, в Шира. Выявили 9-летнего мальчика в Ширинском районе, который никогда в школу не ходил. А органы образования, опеки и попечительства даже об этом не знали. Прокурор республики обещает довести дело об убийстве грудника до суда, ведь взять его под личный контроль попросил Павел Астахов. Виктор Буров, Игорь Брюханов, Вести, Хакасия.